突然のキスや熱い眼差しで恋のプログラムを狂わせないでね。Я неоднократно вам рассказывала, что учусь в домашней школе интернет-урок и получаю постоянно огромное количество вопросов о том, где я учусь, в какой школе я учусь, как вообще происходит весь процесс и как мне вообще обучение в домашней школе интернет-урок. То самое главное, интернет-урок дает возможность выбрать удобный вариант для каждого. Полностью перейти на обучение из дома с получением аттестата, подтянуть знания по любому предмету самостоятельно или с поддержкой учителя. Конечно же, сейчас также актуально подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. В старших классах даже не нужны учебники. Для своего удобства и комфорта можно распечатывать конспекты к каждому уроку. Хочу также вам показать, как устроена вся платформа и то, как круто на ней все организовано. Схема учебы безумно простая. Посмотрели небольшую видеолекцию, потренировали себя на тренажере, проверили себя на тесте и двигайтесь дальше. Так как у меня у самой очень много дел вне школы, очень много чем я занимаюсь, готовлюсь к университету, занимаюсь блогингом, который отнимает буквально все мое время. Благодаря переходу на домашнее обучение в интернет-урок у меня освободилось гораздо больше времени для моих хобби, увлечений, блогинга в первую очередь. И, конечно, кто сейчас в старших классах и тоже планирует подготовку к университету или поступление за границу, которое требует очень-очень много времени, то переход на домашнее обучение в интернет-урок — очень крутая возможность не терять школьные знания и при этом готовиться к поступлению. Можно учиться абсолютно из любых мест, как из дома, так и из кофейни, коворкинга, абсолютно где вам комфортно. Ну и плюс выбирать свой темп обучения. И 12 апреля домашняя школа интернет-урок устраивает день открытых дверей, где можно будет больше узнать о школе, конечно же, задать интересующие вас вопросы, ну и познакомиться со школой поближе. Специально для вас оставляю ссылку на регистрацию на день открытых дверей внизу в описании, так что тот, кто хочет перейти на домашнюю форму обучения в интернет-урок, для вас это огромная возможность прийти на день открытых дверей и узнать о школе больше. И, кстати, при регистрации вы получаете целую бесплатную неделю для того, чтобы полностью познакомиться со школой, понять, как работает платформа, и на нее также будет внизу ссылочка в описании. Доброе утро, ребята. Сегодня просто отвратительная погода. Я уже не могу. Я устала от пасмурной погоды. I hate this weather, you know? Я сегодня не завтракала, потому что, во-первых, не успевала. Плюс у меня утром болел живот. И я просто выпила чаю и пью его до сих пор.
сегодня супер продуктивный день, потому что я встала сегодня в 7. Конечно же, час я лежала в кровати, и только через час я встала. Очень продуктивно. Сейчас нужно собрать аутфит, в котором сегодня пойду, так как сегодня пасмурно, но в целом тепло. Вроде бы без дождя, и я надеюсь, что будет без дождя. Сейчас, если будет с дождем, это будет неприкольно. 10 градусов сегодня, и дождя нет. А, коленочка. Сегодня на низ буду надевать карго брюки. Такой вариант. Я не знаю. Сюда можно либо вот эту сумку, вот эту сумку. Я не знаю. Выглядит очень клево. Мне очень нравится. Карго-штаны очень сильно удлиняют ноги, и это очень странно. Мы это видно вообще? В общем, мне на днях пришла одежда, и еще придет где-то к апрелю. А я уже прям окончательно решила гардероб в более такой акупи стайл. Потому что я что-то там пыталась полгода делать, что-то подобное. И сейчас наконец-таки пришли все вещи, и потихонечку пытаюсь одеваться, чтобы мне нравилось, чтобы было красиво. Плюс мне очень нравятся карго-штаны, они очень классно удлиняют ноги, потому что я очень низкая, и визуально выглядит очень классно. И воскресенье, отдых заслуженный, так что да.
моего любимого зеленого Липтона, без которого я просто не могу жить. Приготовила себе небольшой тост и вареное яйцо. И в целом на сегодня все. Может быть, я еще что-нибудь сладенькое съем, какую-нибудь, может, конфетку. Туда на хосоп раздевается! Слышали, какая она официальная. Наверное, где-то час смотрела драму. На самом деле, я выгляжу очень замученной, потому что я правда очень устала. Я очень хочу спать. Я сегодня встала, наверное, 7. Наверное, где-то часа 2 помонтирую. Возможно, домонтирую до конца, возможно, нет, потому что нужно писать субтитры.